там присоединяешься, так и ты засим. Ща. Настрою все, что мне нужно. Так. Пока есть время, попробую других персонажей. Я в этой игре планирую минимум 5 настрелять. Надо, короче, этот халдиц и меньше шпарит. Вперед раньше всех. Мне как-то по привычке уже врываюсь в перестрелку на двоих. Надо типа меньше, короче, смертей попробовать допустить и чуть больше этих самых. О, это не самая лучшая карта. Что тут три точки? Три точки? Так, ладно, я попробую за Рейну поиграть. Я не особо понял, что она делает. Мы же играем Unranked. Посмотрим. Хипера. Да, я понял. Я. А что значит? Вот у нее есть ультимейт. Повышает скорость
стрельбы, это ладно, понятно. И обращение с оружием. То есть я что, могу стрелять в пол, и пули сами будут лететь в голову? Или что? Дает бесконечное там количество зарядов, что-то такое. Короче, сейчас я освою ее. Мне кажется, это самый имбалансный агент. А, не нашла себя. Прикольно. Ой, фу, проигрыш. Почему здесь нельзя выбирать карту? Две лучшие карты подряд, а? Почему нельзя карту выбрать самому? Да. Так, сразу же впадает в бешенство, повышает скорость стрельбы и обращение с оружием. Что значит обращение с оружием? Видел, что хайпер сделал, да? Или тебя? Хайпер взял, типа, этот... Где? Каждое действие, время действия умение продлевается. Что за шоколя? Кого взял? Это? Ты не забывай ультимейты использовать. Ты нажимай F1 почаще и читай способность. Ты, мы после нас играли за вайпера. Ты не прожимал ультимейт. Как он прожимал? Так, мы кто? Мы защищающая сторона. Рейна, да? Че она делает вообще? Пламенный взгляд, поглощение. Вот поглощение. Значит. Зашлейцо лучо. Возьму гостик и 4 поглощения. Этим пацан уже сам собой. Чего? Яло. Шакелей. Я то. О, чела убил. Убил? Ха, лол. Я не понял, что я сделал вообще. Я одного убил, я бы, если бы я не нажимал способность, я бы еще и другого убил. Я облажался, короче. Так, надо понять. Фу. Ничего, я сейчас... 3 игры за Рейну, и я пойму, что она делает. В принципе, АИМ у меня есть. Ну, не чит, а умение стрелять. Читы, ох. Ой, да ладно вам, чё вы ноете? Вот это, конечно, это по-любому читер, конечно. Идет. Ладно, короче, да я даже комментировать не хочу это. Чем вы закупились? Мне казалось, в данном раунде лучше не закупаться. Да блин, да ё-моё, как так? Надо было вообще в этом раунде закупаться. Сделали бы свободное эко и все. Вот, сейчас у всех есть деньги, а у кого-то нет денег. У меня 3900, мне хватает. Я тупо на троих пошел.
Да ё-моё, да что за бред? Я отвлекаюсь на ее способности. Я не до конца понял, как они работают. Что это такое, ну, персонаж? Точнее, ну, посложнее, чем Джет. Ух ты! Кай, блин, ну что за бред? Ай-яй-яй. Все-таки, я думаю, надо в лобби посидеть. Поразмышлять над ее способностями, как. Это не мой типаж. Да, ужасно идем. Ладно, один раунд. Чего ультима делают? Конечно же. Прикольно. Спайк-то поставил, но не успел. Ладно, я попробую тогда. Я думаю, оператор это не самый лучший девайс. Для нее? Ну, я думаю, для этого агента не подходит. Так, значит, убиваю, нажимаю.
нажимаю Е, да? Блин, думать надо. Прикольно. Самый тупой раунд, который я вообще видел за последний месяц, это я выстрела не сделал. Видел, как полный кретин. Как играть, а? Вообще не идет. Может, потому что я не спал сутки? Вряд ли. Да не, это бред. Я могу следующую начать за Джейд и... За Джет. А, я забыл, она стреляет по 3 патрона. Ай-яй, горю, а. Ничего, сейчас все будет, смотри. Я камбэкну. Тупо 2 нуба пошли играть. Ладно, чё. Пока что вообще не идет. Вообще самый худший. О, слушай, в конце. Ты когда такое в последний раз видела? Никогда, да, наверное. Даже я вышел, ты что-то зарелся? Смотри, это дело 3 раундов. Давай. Давай, смотри. Даже я вышел. Ну, давай. Что я сделал? Эх. Значит, когда она сияет фиолетовым, значит, я неуязвим. Все, понял. Но я еще... Я второго убил, я мог нажать... Получается... Я мог похилиться. Но я 2 убил в этом раунде. Я уже не последний. Слабое утешение, на самом деле. Запутался в бой. Ты чё? О! MLG! Да-да! Только можно не было. Сколько я настрелял. Фига. Да не, ща баб всё будет. Ща попрёт. Я на этой карте крайне мало играл, и не так хорошо. Ну, тут все карты простенькие, ну, просто. Почему тут впятером стали? Да, впятером. О, фак. Я думал, ты свой. Да как я его не убил? У меня так постоянно, я типа вроде чувствую, что уже готовенько. Не хватает.
ждал, ждал. Да не выиграл. Да. Это вторая моя нелюбимая карта будет. После пустыны. Он рофлит. У него спайк был прямо перед носом. Он сам пошел в этот лифт. Вообще потерялся. Логично. Как он это делает? Я не знаю, я не понимаю. Неужто я такой нуб? Че, уже спёк, что ли? Да, я уже скис. Ужасное, ужасное начало. Хорошая попытка. Два восемь. Три убийства у меня. Я такого не помню. Я даже не знаю, как сыграть так, чтобы у меня получилось. Что это бред? Сам начал двигаться. Да все, короче. Go next. А там стил, по-моему, не да. Go next. Я просто худший. Зачем я купил этого агента? Ну а на кого еще возлагать надежды? Явно не на меня, у которого 3.11. Я не спал, слушай. Я опять умер. Ай, ну я не понимаю эту карту. Как тут играть? Ты не понял?
последних раундов и все. Это вообще шок. Ой, у меня спайк, но люди, наверное, думают, а да, и спайк конченый. Сливаемся в пробудку. Посмотрим. Что-то просто посмотрим. Пробуем. 10-3, 10-4, 10-5. Сейчас вдруг попрет, а? Че ты? Играем? Меня бесит, когда люди сдаются. Полки? 10-3, сейчас будет 10. Конечно, сказал go next, но я так, с иронией, я имел в виду next round. Бля, ну как так? Это двое. Даже трое. Чё я сделал? Чтобы понять, что я сделал. Что будет 10? Кто топает? Давай. 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 Сидит Юни. Не успел взять. Сейчас умри. 10-4. Блин, я сколько их убил, я не подобрал эти души. Значит, после убийства нужно нажимать либо Z, либо E, чтобы подбирать души. Здесь. Что делать? А, сверхлечение, понял. Фу. А, смотри, я же говорил, 10-4 будет. Потихоньку камбэку. Что-то я выбрал, я нажал Z, но там какие-то 4 варианта было. Глазик, еще какая-то хрень. Что мне нужно было нажать? Как играть за этого без персонажа? Потихоньку камбэка, может что-нибудь получится. Это будет безрисковая хуйня. Я уже тебя был в этой игре. Вот он. Ну, был. Мы сейчас с 10-4, 10-4, 10-2. Да, сделаем. Вообще офигею. Ломать. Ладно. Не получилось.
ложные надежды, что ли, изучил? Ладно, я попробую без способности поиграть чисто на стрельбу. Все, не хочу больше думать. У меня будет одна способность, это ультимейт. Все. Это вот эта вот фигня. Я думаю, как бы сыграть, что сделать. Мне нужны агенты попроще. Как Блин, я вообще не увидел. Я нужно. Нормально. Спайк не под тебя поставили. Какая разница? Ну, что? 8 подряд? А? Ты думаешь, 8 подряд? Ну, тут не от меня зависит. О, 50 убийства. 8 подраунд. Я так не увидел. Врага я тупо вздрогнул. Блин. Хорош. О. Сейчас будет 12-6. Сейчас постепенно, постепенно матчпоинт, так сказать, нет. А у нас? Ну, у нас нет. Ну да, у нас ничего. Мы все потеряны. Руки еще не пал. Не сложно. Одна ошибка и все. И ты ошибся. Одна ошибка, и ты ошибся. У меня, кстати, в этом раунде качок есть. Вот в этом раунде, в этой игре. Я свою норму выполню. Лучше победить с нулями. Какого хрена они вдвоем выходят? Ну, у меня тоже такая проблема. Ему 140 вот забрал у него 140. А ладно, я уже хотел написать. ГГ. Ладно, чё, дерьмо полное. Чё, спать собрался? Не, давай дальше.
А, это, значит, это пустынная карта и была, да? Все, худшая карта. Я думал. Ну чё, давай дальше. Не буду я больше за Рейну играть. Тут долго ищется. Ага. Можешь остановить поиск на минуточку? Кофе сделал себе. Так наоборот. Чего? Я не кофе сделаю. Не, отмени. Я отойду, кофе сделаю. Поиск.
я здесь. Так, я только три минуты играл. Первая не пошла. Посмотрим, что будет дальше. Не, она сильная, потенциально она очень сильная, Рейна. Ты что, можешь подарить мою ветвиха? Мой тренировку или что? А, что? Я... А, ты типа на Рейне? Не-не. Не, я не могу видеть. Я не могу смотреть твою тренировку. Я просто говорю. Агент, на котором я играл, она потенциально очень сильная, но там нужно хотя бы игр 7 на ней сыграть, чтобы у меня вот первый. Чего? На тренировке что нужно делать? Там много чего, там можно прыгать, типа тренироваться. Можно ставить спайк, защищать спайк, стрелять просто по мишеням. Там куча всякого, всякого. Чё у меня нога ноет, а? Ай, отвлекаюсь на это. Можно бот. Вот, да, АИМ. Тренируешься в АИМ. Они появляются на там полсекунды, ты их убиваешь. Счет почему-то не меняется, я не знаю. Может, потому что ты их не убиваешь? Почему их не убиваю? Они все уже мертвы. Они исчезают через секунду. Ну, появляются на полсекунды. Ты их либо убиваешь, тебе засчитывают очко, либо они исчезают. На колесико нажми покинуть матч. Что? На колесико нажми покинуть матч. Сколько игр еще? Две осталось. Заодно сегодня этот откалибруемся. Ты что, хочешь еще где-то или что? Да можно хоть 10 сыграть. Главное, чтоб нога перестала болеть. Так ноет прям противно. Я ж дома все время сижу, что такое? А
Опять пустынная фигня. Опять пустынная карта. Ладно, я Феникса возьму. В принципе, если подумать, Феникс не такой плохой, если перестраховываться. А чё? Подожди. А этот Джет свободно, нет? Не, не Джет, а как она называется? Ну, которая, нет, медик. Медик, нет, заняли. Что там за девушка ещё оставалась? Рейна, Вайпер, ты за Вайпер, Джет. Я решил поиграть на Фениксе. Так, мы атакующая сторона. Там один, аккуратно. Все на одной точке. Спайк возьмите. Понятно, вся победа. Фига у нас. Один четверых убил. Вот дает. Кто меня стреляет? А, он в спину зашел. Ой, блин. Ну, я четырех явно не убью. А где спайк? На А. На А. Ну, это ГГ какой-то, короче. Конечно, Да не, мы просто облажались, слишком пассивно сыграли. Нам в спину зашли. Я даже не понял, кто у меня стреляет, а это кажется со спины. Ты бы убил, если бы не дробовик. Просто кал, а не оружие. Не знаю. Я больше дробовиком не доверяю. Будь любое другое оружие, хоть пистолет, ты бы убил. Даже пистолет бы я почему? Ну да, голову попади и все. Ладно, закупаться особо нет смысла пока что. Никого нет, что за... Че вы у меня? Ну, ты один ходишь, там? В смысле? Если я не хожу. Я хожу.
Как у меня прижимает, меня это бесит прям. Эх, потерялся. Я может научиться на другом оружии играть. Да, давно пора. Ну, пора. У меня как-то не получается с собой. Со скорострельностью. Я вдруг как стреляю. Там хотя бы два раза стреляют на не то, что на скорострельных. На скорострельных там, блядь, нужно кнопку держать. Кнопку стрелять, короче, задержать меня. Сыщет. Ай, блин. По времени не успевал, надо было спешить. Вообще можно было бы засейвить. Оружие. Ну, ладно, сыграл так сыграл. Да, прикольно, прикольно. Мне все-таки здоровье как-то проще.
Ну так. Ты перди. В одной точке. Ну а что ты хочешь? Вот такой. Блин, ну чё за пример? Было близко, но... Найс. О, хорош, хорош. Хороший раунд, мне понравился. Но ты убийство, долбиться сделал. Вот вообще. Полный, полный план. Ненавижу эту карту. Сейчас надо попробовать уверенность набраться в этой карте. Не доживем. Я убил двоих одним выстрелом. Хорош, хорош. Фак, где был? Как я не попадаю в него? А он его воскресил, лол. Сзади. Где на точку?
Да, прикольно, прикольно будет. Сейчас было хорошо сыграно. Спустя два раунда смогли победить. Да ладно, как я не попал? Справа. Ну что за дебиль? Фу, прыгай. Ну, сломай пушку, что ты стоишь, чел? О, найс. Эх.
Он считает, что нужно сэкономить, но он сам купил оружие, у него 1300. Что он хочет играть? Ну, поставь этот чертов спайк. Чё он делает? Ай, как это тупо. Почему мы тут все впятером стоим, а? Вы вообще понимаете, как играть в это? Ну, они пишут, типа, человек боитесь, или вам... Да это пиздец просто. Зачем стоять впятером на одной точке? Ну, если по одному ходить, то дом, то играть. Мы играем, мы играем за защиту, слушай. Они найдут. Сзади, что ли? Я не понял, откуда меня убили. Либо через дым как-то, либо сзади. А. Ну все, здесь будет тогда, нет смысла уже туда идти, ты не успеешь никак. Один сдох. Тебе бегут.
которая встреча, которая... Ну тебя воскресило. Ладно, они на Б идут. А ты чё? Я ничего. Ну вот и я ничего. Да? Чё, будет там бэк 8 подряд? Нет. Не ведь, какой камбэк мы сосём? Сражается. Бывает.
последняя, в смысле? О, у меня последняя. А, этот, Unranked. Все понял. Че я там? MVP команды. Ну, какой смысл? И заключительно на этот час. Больше играть не будешь? На этот час? Нет, я не уже устал. Окей. Или ты готов еще поиграть? Я готов играть хоть весь день. Да? Угу. Так. Ты здесь еще? Опять шель на нем. М? Опять шель на нем. На нем. На ней. Я на Фениксе. А? Я на Фениксе. Колхозник. И. Ну, это из предыдущей. А, да? Ну, как кто там против нас? Ну, медика нет, хорошо. Кого? А, нет. Что за Пауль? Пауль. Омен. Омен какой же. Вот эта карта прям победная, слышь. Что за карта? Ну мы на ней каждый день играем. Весь день? Каждый день на ней играем. А я думал весь день. Окей. Опять одну точку никто не держит. Бля, чё он там один? Ну по классике, по классике. Я уже пришел.
Это Б или что? Где они? Здесь помощь не могу. Сейчас иду. Спайк у них? Наблюдай за ним. Нет. И скажи мне. А? За ним наблюдай и скажешь мне. Он у него или нет? Все, найс. Сзади стой. На бабе бегут. Сколько вообще время? 7:30. Нет, эко делать надо. Надо поинт забрать. Постараться. Окей. Где там помощь нужна, чтобы послужил? На Б. Действительно, он попал. Неплохо сыграно.
Дайте мне нас играть. Иду. А где спайк? Ну он у вас, в смысле? Я убил, я уже помер. Блять, бесполезный просто. Сука, даже непонятно, где спайк. Найс. Так он чё, был на А или... Ой, на Б? Что-то непонятно вообще. Как я их не убил? Блин. Где она? Это опасен, пацан. Хорош. Это можно отнести хайлайту. Это было жестко. Тут есть повторы, интересно? Нет, повторы, ну, демки здесь смотреть нельзя. Вроде бы нельзя, не уверен. Блин, я так испугался, когда она этот рывок сделала. Кореяночка сделала рывок, я испугался и из вида потерял. А, вроде собрались идти. Не уверен. Ай, как так? Как это играть?
Да блин, ну ё-моё. А, я его убил, но он прожал ультимейт. Все, я понял. Я тут просто смотрю, я убил его, да. Я попал в него. А он воскрес. Потому что он... что он Феникс, да. Я-то убил его, блин. Я даже не стал смотреть в эту сторону. Ну, типа, кто пойдет пикать после того, как чел сдох? Феникс. Может, у него вторая жизнь. Ай. Спайк установлен. Ладно, я не успеваю. Мог двоих убить. На, встань возле входа. Туда. Туда-туда. Тот, ну, не раш, но стой, контроль его. Главное, не раш его, не сдохни. Я убил этого дебила, Феникса. Чё там? Всё, ты не раш его, ты стой где-нибудь там, в углу. Главное, не иди дальше. Победа. Еще раз встань возле этого прохода. Где-нибудь вот тут вот. Но не рашево. Я буду этот центр контролить. Я иду к тебе. Да не раш, не раш, не раш, не раш, не надо, не надо, блин. Нужно двое. Я понял, я знаю, там двое.
Давай, пикни, пожалуйста. Черт, не пикнул. Что-то точно не так. Да, невидимо. Не, спайк здесь. Они могут спину зайти, вот что стрёмно. А, лол. Ну ладно, пофигу. Чё? Как это убрать? Никак. Это чужая способность. Я не знаю, как эту штуку сломать. Что мне надо было делать? Ничего не надо было делать. Это союз, блядь, я не говорю. Этот, как он называется-то? Короче, задержка у тебя была. Типа чужая мана. Я не знаю. Ладно, вражеская способность, типа ловушки, понял. Еще раз на А иди, тут встань возле двери. Ты мне на А нужен, на Б не надо. На А иди ко мне, по-быстрому. И там же стой, где обычно стоишь. Возьми нож, когда этот, разминка. Ну, типа, быстрее бежишь. Я убил. Не-не-не, туда иди, к проходу. Ладно, это уже не важно. Идем на Б. Через трой стоит. Блять, чё за хуйня? Чё этот чел стоит? Сова, чё он стоял? Конченый. На А, возьми нож, нож, нож в руки, нож, нож, нож. Быстрее бежишь. И стань возле прохода. Опять-таки, играем как обычно. А, он ультанул, Феникс. Понял. Блин. Зажали меня, сдох я. Три патрона. Nice. Я заберу эту штуку. У меня ультимейт будет.
Найс. Плотно. Все, смена сторон пока равна, ну, в равную идем. Кто мне щит купил или чё? Почему у меня щит? Странное дело. Я не понял, откуда у меня щит, но да ладно. Чем там делал? Ну, тяжело ему будет, 20 хп. Блять, не успел ультимейт прожать. Как он меня не разменял? Давай.
Декард. Все, найс. Ультанул, гад. Ну, ничего. Ты здесь вообще? Я, да. Что ты замолчал прям? А, спайк у меня. Так, вот, значит, никогда не было, мне кажется. Да. Да было, почему? Конечно, провал. Дурак, у меня мало хп, не умирай, пожалуйста. Давай на А. Это твоя пот.
Там шарик остался? Блин. Что остался? Поинт этот круглый. Надо было мне забрать. Ни одного не хватало до ультимейта. Вон остался поинт. Я уже забрал. Дважды сдох на одном месте. Плохо он стреляет, этот кактус. Может, понимает он игру, конечно, лучше меня, но стреляет он ужасно. Победили. Не мешайте мне, пожалуйста. Чего там собрались? Да я хочу выйти первым убить. Что мне мешают? Блин. Как они все сдохли? Блядь, чё они стоят возле меня?
Так, так. Короче, мы проиграли. Раунд или выиграл? Игру. Ну это не выиграть все. В один момент ребята просто перестали играть. Хотя нет. А, он там был. Прикольно. Вы меня подпираете так, когда стоите возле меня вчетвером, втроем. Я делаю килл и ухожу. А вы меня подпираете. Я не разброн. Все на Б. Сдох еще, дебилоид.
подгорю, если мы это проиграем. Стой, туда, туда смотри. Чего? Туда смотри. Проход. Бля, пиздец. Других слов нет. Да, проигрывать такое обидно. Я ни разу не видел, чтобы ты хилился от своего огня. Я ни разу не видел, чтобы он хоть что-то сделал полезное. Кто это? Кактус. Кактус? Чё он уёбывает? Я же, блядь, дебил ёбаный. Конченый. Я, может, не знаю всех способностей, но я играю лучше него. Зато это готов. Рейд. Ты готов? Да, да. Ну давай, короче, последний. Давай. Не, вот час, наверное. Типа, наверное, час, я же говорил. После этого? Не, наоборот, вот час тоже сам. Давай. Че, идешь спать, нет? Нет, нет, я готов еще 30 сыграть, нормально все. Я не устал. Это было видно по последней игре. У меня 34 на 15. 34 килла, и я проигрываю игру. Ну как так? Я делаю все, что могу от себя. Я не говорю, что. Я не говорю, что ты виноват. И просто, ну, не получается играть, когда. Это же было видно. Да, было видно. Я что-то стою, сзади меня еще трое стоят и подпирают меня. Не надо меня подпирать.
Ладно, что, давай. Позже созвонимся. Да не, давай, давай, давай. Давай сыграем в одну. Рейзинг будет? Да, да, да. Какой смысл играть уже Unranked? Сколько там время? 8. 8. Прикольно. Я думал, хотя бы в рейтинге будет чуть больше, чуть быстрее. Не, наоборот, в рейтинге дольше. Да сколько тут игр? Не знаю. Ну, это игр на 6 больше, чем у тебя. Потому что у меня 0. А, на в рейтинге? Да. А, ни одной, ни одной. Я тоже ни одной? Я хотел вчера поиграть, меня заломало. Лом столы. Ой-ой-ой. Как не повезло. Не выбираю.
Он хоть бы он не выбрал. Неохота начинать калибровку с этой карты. Выбрал. Плохо. Что, посмотрим? А, ты за медика, да? О, прикольно. У них тоже медик, но у них нет феникс, но у них есть этот вайпер противная. Команда готов на свой топ борож. Боробочек получается. Уже без лица. Это махина, я помню. Ты можешь похилить? Этого? Можешь похилить меня? А ты где? А. Ну ты похиль ты? Меня. Все. Да все. Я не то нажал, сорян. Хорошее начало. Хотя это не я убил, походу. Ну я максимально сохранил. Что это такое? Выглядит пол дня улетел. Медика встретил. Хочет люди, бля. Смешно, пацана. Там кто-то в голосину, по-моему.
О, кто-то армия. Двое там. Не повезло немного. Чё это такие экономные? А? Чего? Эта штука убивает, оказывается. Леди какой-то непонятный, кто это пошел, это сам что ли? Леди. Леди. Леди прям хорошо получилось. Мама. Линия хорошая, можно будет команду забрать. Сможем прилавлять друзья, нет?
Да, я думаю, игра будет долгая. Тоже такая. 12-12, все дела. Заебал стопить. Ты чё, а мне чё, а мне чё? Спайк возьмите. Чёртова тянь в команде, вот почему мы не можем выиграть. Что в команде? Говно. Тянка в команде! Проблема, всё. Конечно! Но это... Ладно, короче, я сам дерьмово сыграл. Но тянка все равно в команде, это проигрыш. Я вообще не помню, чтобы я хоть раз побеждал с девками в команде. Что? Да не с ней, вообще с девками. Что в Доте, что в КС, что в Валоранте, что в Фортнайте. Я тоже с Тян играл однажды. И невозможно выиграть с ними. Ну, я не знаю почему, я не хочу делить этот... Начинать тему эту гендерную. Ну приходится, потому что ну, с ними нельзя выиграть. У них даже... Они даже... Логика какая-то у них такая, ну не такая, как у меня. Я не понимаю ее, она не понимает меня, и мы проигрываем. Эх, вроде неплохо начинали. Разменял меня. Я доволен. У меня не было ультима. Оружие кальное. То, как она пишет, это... Я, в общем, понял, она... Ей лет 15, мне кажется, не знаю. Ты можешь воскресить чела.
тебя ультимейт есть, если чё. Какая разница, если раунд проигран. Фук. Смог все-таки. Я не знаю, я был уверен, что мы что мы проиграем. Зе. Челы там могут. Ладно, попробую хоть так сыграть. У меня ничего не идет пока. Больно. Ну, у нее было время, она сама заруинила себе. Я свой килл сделал. А, мне свой нанес урон. Прикольно. Да. ZDS M. Ай, ну наш чел. Второй. Нанес мне 20 урона. Прикольно. Что-то вроде на Б собирались. Что вы делаете? Он не успевает. А чё он... Серьезно? Я думал, он прикончит его и не даст ему поставить. Чё за школьница?
Каждому удачному действию радуется, как будто оно там кончает. Серьезно. Справа. Да, давай, она не будет его учить, как играть. Чё там? Спина. Да вы прям этот... Уже нет, да? Не надо просто никому никогда учить. Можно дать совет. А он говорит там справа. Если бы она была в живых, она бы так сыграла, да. Посмотрела бы справа и сдохла бы. Не надо не учить. Мне тоже бесит, когда мне говорят там, типа, ой, ты это не то. Не надо учить. Можно дать совет, вот. Блин. Да, все-таки ребенок. Там девочка лет 15, мне кажется. Меньше. А? Меньше. Меньше? Ну, я бы в 15 лет не радовался каждому удачному действию нашей команды. Ну, мы были в 15 лет в Тараке. Явно не так радовались. Хотя... Все может быть. Второго не зажал. Не дожал чутка. Здорово. Опасный пацан. Красует. Крыса. Да тут топ барбарошек. Тоже ребенок. Называть кого-то крысой это, ну, тупо. Восемь четыре. Нормально начинать, пацаны. Что эти? Эти на баньконе. Не знаю, ваша проблема. Чё надо ему? Чё он трётся об меня? Кусок бесполезного кала. Всё, я набойду. Вроде никого. Да, никого.
Можно этот? Отключить чат, что там? На exit нажми. На что нажать? А-а-а, все понял, понял, понял. Спасибо, спасибо. Я их всех замучу. Они что-то плачут. В этом раунде это... Как его зовут правильно? Линий? Ай, облажалась, облажалась. Фак, я не купил ничего себе. Ладно, бывает. Кто он заранее начал стрелять в меня? Ну, я бежал, поэтому нормально все. Я свой килл сделал с этого шерифа. Ладно, рейтинг и начинаем с плейбоя. Ну, карта такая. На этой карте мы всегда проигрываем. И ребята, школьники в чате. В чате. В команде с нами. Почему в чате? Ну и в чате тоже. Последняя надежда. Взял оператор, может поможет. Собрался. Шесть подряд делаешь или это что? Посмотрим. Хренул. Я умер, но я сохранился. Станет от меня летающая штука. Они подпирают меня прям вообще по-дикому. Ге-ге. Чё это линия ТВ? Она три раунда никого не убивает. О, первый килл. Что нас делает? Кек. Чё, на что она там копит? У нее 6600. Можно любой девайс купить, любое оружие. Ну чё, last round, да? А, нет, не last round. Если купить шериф, мне хватит, получается, на оператор в следующем раунде. С оператора я в прошлом раунде двоих убил. В принципе, неплохо. Да. Ладно, что двойка собой. Проиграли первую. Сейчас нам дадут самое низшее звание. На, нет, надо еще 4 отыграть. Калибровочно. Что, 2 не получится? Да. Но нас ждет железо 1. Я уже почитал про эти ранги. Это самое худшее, это как сильвер в Counter-Strike. В спину зашел, хорош. Может, мясо потеряно? Не, с 10 хп он ничего не сделает.
сотка была бы, да. Шанс есть. А, уже один в три. А, не воскресили одного. Да, шансов не было. Сейчас мне хватит на оператор. Можно попробовать хоть что-нибудь сделать. Ладно, я насхожу. Хлопну двери, что ли? Красиво. Проиграть. Ну. Блин, мне наушники жмут. Что-то никогда такого не было. Ну-ка, 3, 2, 1. Погнали. Поконим, поконим. Ну ладно. Какого хрена она там стояла? Все, сдох я, ГГ. Да, здесь ребята прям трайхардят. Жесткий пот. У противников, что ли, никого? Ну, вообще, наши тоже волнуются. Все. Ладно, давай что-то вечером. Угу. Мне бы убивать научиться. Типа, получается, я стреляю. Ну, потренируйся, ну, с ботами. Постреляй. Ну, типа, смотри, стреляю, получается. Но не получается бить. Ну, ты не бегай, когда стреляешь. Я заметил, ты когда ты бежишь и стреляешь. Когда стреляешь, старайся приседать, нажимая Ctrl. Так, точность выше. Ну, типа, я стреляю? Ты стрелял еще с дробовика метров с 20. Попасть невозможно, дробовика с такой дистанции. Получается, я стреляю, но мне не хватает вот точности, меткости, я не знаю, что там. С ботами поиграй. Я типа выхожу раз на раз. И как-то не получается. Да. Ладно, типа. Отдохнуть нужно. Сколько я не спал. Сутки где-то. Нормально, чтобы поспать так.